Так, ну что же, пока наши участники готовятся к своему полуфиналу, мы скажем, что каноэ-одиночка, дистанция 200 метров, по четвертой воде гребет белорус Глеб Солодуха. Дорогие друзья, вы обязательно поддержите Глеба. Спортсмен хороший, спортсмен очень способный, талантливый. И победой, например, на той же 200-метровой дистанции он может поставить восклицательный знак сезону 2016 года для себя, ну и для тех людей, которые за него болеют. Не знаю, может быть, он скоро женится, и этот будет отличный подарок его свадьбе. Ну и так, еще раз, Глеб Солодуха, спортсмен 1994 года рождения, по четвертой воде. Пока мы его ждем, скажем, что первый полуфинал выиграл Николай Милешин. Россия 42. Далее Украина и Литва. Ну и надеемся, что скоро мы получим такой же протокол, где на первой строчке будет стоять имя Глеб или по-украински Хлеб. И Солодуха. Фамилия у него такая. Ждем. Четвертая вода. Глеб Солодуха. Стардан, четвертая вода, Глеб Солодуха. Дорогие друзья, 200 метров. Самая скоротечная дистанция в гребле. Как хорошо по третьей воде стартовал японец Тамааки Яса. Глеб Солодуха пока не очень хорошо проходит первую половину дистанцию, но мы знаем, что он даже на 200-метровом спринте умудряется хорошо пройти финиш. Хотя, кажется, здесь финиш начинается сразу после старта. Узбекистан, Польша и Беларусь. Итак, напоминаю, что Глебу Солодухе нужно попасть в трио счастливчиков, в число тех трех гребцов, которые попадут в финал. Итак, Глеб борется. Первое место Узбекистан. Дальше. Ох, дорогие друзья. Кажется, второй поляк. А вот или Глеб Солодуха, или венгер. Надеемся, что все-таки Глеб успел вскочить в третий вагон финального поезда. Но мы сейчас будем руководствоваться табло. Первое Узбекистан. Второе место Польша. И третье Венгрия. Глеб Солодуха все же уступает. Чуть-чуть, да, Глеб Солодуха четвертый. Как жаль. Но молодец. Глеб, он бился до последнего. Ему не хватило буквально чуть-чуть.